Сегодня ночью мне снился страшный сон. Глазастые чудища, кокаин. Кишащие демоны в лесу. Да, ты скажешь, ну и бред. Чуть там перекурил, чуть там перепил. Да ничего не пил, да ничего и не курил. И лег спать после 12. Так вот, самый рассказ. В лесу иду я один. Иду. Луна, волки воют, полнолуние. Иду. И тут бац, как калейдоскоп. Один знакомый с Лугандонии, не помню его фамилии, такой на клоуна похожий, в бомбере, такой лысый, волос мало на голове, с капюшон снял, ну так я и увидел, что у него мало волос на голове, узнал его. Он говорит, давай копать. Я говорю, что копать? Давай копать. Он говорит, ну копай. Он начал копать. Начал копать. И тут, опа, еще один калейдоскоп. Еще один знакомый из прошлого. Тоже такой же какой-то непонятный чел. Это те, с кем я уже давно не общаюсь. И бац, он тоже подсоединился, они копают, роются как черви. Копают, перекопали уже все поле. И в посадке они остановились. И тут тот, что с Лугандонии, начал жалобно плакать. Я подумал, что он плачет? А это у него такой приступ. И тут он ко мне оборачивается и говорит, хочешь кокаин? Я думаю, нет, не хочу. И у него глаза горят огнем. И тут я вижу там того знакомого бывшего. У него тоже глаза горят огнем. И еще там куча каких-то из прошлых лет знакомых. И все у них глаза горят огнем. И все они держат в руке пакетики с кокаином, с каким-то белым порошком. И все мне предлагают, хочешь кокаин? Хочешь кокаин? Вот, и тут я проснулся и вспомнил фразу одну. Утро, конец страшного сна.